Привет, мои дорогие. Сейчас я покажу вам магазинчик. Девчонки у меня спрашивают, в каких магазинах мы бываем, что покупаем. Сейчас магазин Врангель покажу вам. Это все из натуральной кожи. Очень интересное такое оформление. Там вот я у этого магазина. Смотрите, какие украшения. Вот все это в ковбойском стиле таком. Ну, здесь и одежда, и обувь. Вот в таком стиле все. Вот, показываю. Для тех девчонок, кто спрашивал, в каких магазинах мы бываем, муж приехал за обувью. Нужно ботинки купить такие в стиле ковбойском. Вот. Смотрите, какие классные. Это все натуральная кожа. И по цене спрашивать будут меня. Девчонки, вот $389 стоит. Ну, такая вот ценовая категория у этого магазинчика. Здесь шляпа. Цены тут, ну вот, $204, $149. Ну, классно есть. Такой магазин небольшой, довольно-таки, там уже я что-то меряет, уже нашел. Давайте тут посмотрим. Украшения. Меня, конечно же, интересуют больше украшения. И здесь, смотрите, какие классные серьги. В таком этническом стиле. Бусы, украшения разные. Пряжки. Ковбойский. Мне нравится. Вообще-то какие-нибудь сережечки я тут куплю себе. Здесь вот кошелечки натуральной кожи, тоже в этом стиле. Давайте там посмотрим. Одежда. Ну, это магазин, тут вместе и женская одежда есть. Стоит $49. Блузки. Что-то интересненькое. Смотрите, расшитое там в русском стиле. Такой интересный магазинчик. И большой выбор здесь именно детской тоже обуви. Какая майка. Цена $22. Рубашки в таком же стиле. Шляпы и детская обувь тоже в ковбойском стиле. Смотрите, какие классные. Ну, малюськи. Так, и малюськи эти стоят
85 долларов. Дешевый магазинчик. Тут мои тут кроссовки белые. Шляпы. Здесь какие рубахи. Вот, кстати, мужчины здесь любят вот именно так, такую расцветочку. Рубашек. Классно. Все не хочу показать. Это 46 рубашек. Примерно одинаковые. Но шляпы, смотрите. Разные шляпы. Вот такие рубашки. Расцветку тоже мужчины тут любят носить. Производство, я вам скажу, смотрите, производство. Вот какая яркая рубаха в огурцах. Расцветки рубах мужских вообще интересные. Тоже смотрите. Тоже. Кстати, маденшина. То есть здесь не шугаются производства Китая. Здесь все так. Так, девчонки, если что-то еще в какой-нибудь магазинчик заедем, интересно, я покажу. Надеюсь, что шопинг тоже кому-то из девчонок интересен на моем канале. Тут вот Франклер. Тоже джинсы. И цену я скажу, ну, 33 рубля. Цена одинаковая. Почти. Конечно, меня интересует украшение, меня интересуют сумки натуральные. Давайте я покажу вам. Очень такие сумки стильные. Вот эта вот тисненная кожа, тисненная натуральная кожа. Вот этот вот камень или пластик, наверное, все-таки пластик. Смотрите, тоже какая классная сумка. Так, и цена у этой сумочки. $59. Тоже смотрите, какой цвет красивый у вас осевый. $89. Сумочка стоит. А вот комплектик украшений. Серьги. Усики. Очень интересно так. Ну, в этом стиле оформлен магазин, у них практически все магазины как-то стилизованы, мне это нравится. Уже заходишь, сразу понятно, в каком стиле можно найти тут одежду, аксессуары. А вот это вот, по-моему, натуральный камень. Да, вот эти сумки натуральные. Классные такие сумочки, от малышка какая-то уже маленькая сумочка. Ну все, девчонки, по-моему, муж там что-то себе уже выбрал. Сейчас рассчитается и пойдем. Такой интересный магазин. Кому интересно, вы, девчонки, пишите. Я знаю, что многие из вас любят видео про шопинг. Но я как-то камеру с собой брать беру. Но снимать в магазине не всегда удобно, когда особенно что-то ты ищешь, примеряешь. И
отвлекаться на съемку тоже мне как-то неинтересно. О, ремень нашла. Смотрите, какие классные ремешочки. Сковка стоит $29 все. Настоящий кожаный ремешочек с какими пряжками интересными. Ой, ну нет. Я, конечно, сама любитель шопинга. И мне очень интересно все это рассматривать. Но когда вот камера в одной руке, как бы больше акцентируешься на то, чтобы показать, больше, а не на то, чтобы самой посмотреть. Ну все, мои дорогие. Надеюсь, что вам видео понравилось. Всем всего хорошего. Пока-пока.